Один шаг к снижению риска перелома шейки бедра. Сотни тысяч переломов тазобедренных суставов ежегодно регистрируются в крупных государствах. По мировой статистике, каждый четвертый пациент умирает в течение года от осложнений, связанных как с самой травмой, так и с операцией. Но есть простое, легкое и недорогое терапевтическое решение. Стойте на каждой ноге по одной минуте с открытыми глазами 3 раза в день. При необходимости за что-нибудь держитесь, чтобы не упасть. А рекомендации по диете при травмах тазобедренных суставов для людей разного типа дала у себя в телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля. Заходите, скачивайте.